Защита от роковой беды и войны. Каресу. Читать, когда бушуют войны, стихийные бедствия, огонь, катастрофы, разгул бандитов. Нужна выдержка и стойкость, все пережить и остаться невредимым. Когда нужны физические силы пережить болезнь или сила воли устоять от искушения. Тогда говорим в любом месте на ветер или на красную свечу, на выбор, на кроваво-красный закат или восход, самое сильное, и еще сильнее красная луна. Сказать. Арес, свой дар включи, меня от роковой беды спаси и защити, меня покрой своим плащом и от несчастья всех на свете убереги. Своим щитом от горя заслони. От всех на свете бед сбереги. Пусть все несчастья разобьются, а твой щит, как волны, бьются о скалу, как волны бьются о скалу, но сокрушить не могут. Так вот и я стою за твоим щитом, и блок твой меня хранит. Тебя прошу и заклинаю. Трудное время работает как оберег, если текст носить с собой, читать в любое трудное время. Время суток значения не имеет.